Повторяю рецепт согласно тому, что было показано. В лук 4 гвоздички. Курицу обмазали специями, паприка. Добавили маслица, все так обмазали. Для риса подготовили свой набор специй. Рис 1 стакан и 2 стакана воды. Значит, все это мы упаковываем в мешок для запекания в руках. Рис, воду, специи, лук, все тщательно перемешали. Морковочку добавили. В рукаве все очень мешается достаточно быстро. Уложили все в тару и сверху в рукав запихнули нашу курочку. Надо, чтобы была сверху. Отправили в духовой шкаф на 90 минут на 180 градусов. Через полтора часа сняли. Получили замечательный результат. Рецепт полностью рабочий, рекомендую. Мясо от костей отходит на ура. И не забываемся, подписываемся.